Какая интересная кнопочка! Ну, что ты на этот раз натворил? Морской герой! На этот раз я все-таки позвоню в полицию! Быстрее! Бежим отсюда! Надо разобраться, в чем дело. Кажется, тут замешано зло. Зло? Скорее, очкарик! Спешим к супер... Ты же выдашь наше секретное укрытие. Ах, да, верно, молодец, очкарик. К нашему, к секретному супергроту. Вперед! Лодка мобилю невидимки! Постой, давай посыпем его порошком, чтобы потом не искать. У нас совершенно нет времени. Давай иди и поспешим. Я чую зло! Зло! Это морской герой и очкарик. Они разнесли лежачий камень и собираются скрыться. Всем подразделениям догнать и задержать. Есть задержать! Морской герой и очкарик арестованы за кражу дома отдыха и подозреваются в похищении ряда других зданий в окрестностях лагуны Бикини. При чем тут мой спецпояс? Совсем даже ни при чем. Я собирался спустить воду в туалете. А тут... Да что там говорить, если заслуженного злодея хватают за переход улицы на красный свет. О! Вся эта затея с кражей здания этим двум придуркам и в голову не пришла. Пожалуй, полагаю, коварный рак-отшельник вновь взялся за старое. А он мастер своего дела. А какого дела? Ну, в общем-то, он ворует здание. Да уж, морской злодей! Они тебя случайно отпустили! Это канцелярская ошибка! И ты, грязный пузырь, видимо, тоже. Идем же вершить злодеяние. А, это зло? Зло! Зло! Кладкомобилю невидимки! Давай-ка найдем след коварного рака-отшельника в лежачем камне. Вперед! Итак, морской герой и очкарик оказались невиновны в исчезновении зданий, но истинный злоумышленник все еще на свободе. Мне мало одного жалкого дома отдыха на спине. Мне нужно больше. Весь город должен быть моим. Вся страна, весь мир! Мы хотим поприветствовать тебя в новой обители. Да, в обители зла. И если что-нибудь понадобится, можешь обращаться. Вот, устройте отвлекающий маневр для тех идиотов, что хотят меня остановить. Теперь они пробудут там достаточно долго. Никаких зацепок. Верно подмечено, очкарик. Похоже, пора нам встретиться с тем, кто насквозь видит всех жителей лагуны Бикини. Это ты про врача-рентгенолога? Да? Ох, нет. Я имею в виду шеф-повара. Может, он и из простых. Но иногда лишь тот, кто смотрит на жизнь просто, способен постичь ее истинный смысл. Ух ты, это действительно глубокая мысль. А? Что глубокое? О чем это я? Да, что-то я о нем слыхал. А что именно? Ну, он вроде как такой коварный. Да, исчерпывающая информация. Да, и еще один вопрос. Как там мой мясной рулет? Не готов еще? А теперь, пока этот тупой злодей и глупый пузырь заняты, пора немного расширить
жизненное пространство. Думаю, этот план понравится нашему новому соседу. Да, грядут великие времена злодейских свершений. Не с места, глупцы. Наша жертва находится во власти этого гениального чуда техники. Да, еще шаг, и мы поджарим девицу, как индейку. Что? Идиот, тебе ее спасать надо. Но почему я должен вам все разъяснять? Идем, грязный пузырь. Приглашаю тебя насладиться божественным дымящимся напитком из кофейных бобов и отведать восхитительных профитролей. А? Эх, кофе и пончики. Приглашаю в гости на кофе с пончиками. И почему я с тобой еще общаюсь, сам не знаю. Похоже, ее собрались обвалять в муке, слегка приправить, посолить по вкусу и жарить до образования хрустящей корочки. Не волнуйтесь, дамочка, мы вас сейчас освободим. Оказывается, коварный рак-отшельник отправил нас сюда, чтобы спокойно украсть наши тайные укрытия. Какое коварство! Предлагаю временно объединиться, чтобы сломить силы коварного врага. Уважаемый Солений из растений, как биолог, скажите нам, есть ли какие-то слабости у коварного рака-отшельника? Прежде всего, высший вид — ракус бездомус. Что? А ну, говори нормальным языком. Не то я сделаю из тебя паштет и намажу на свой утренний бутерброд. Обожаю бутерброды. Так вот, высший вид — ракус бездомус или рак-отшельник. Один из самых выносливых. Но, к счастью, у него все же есть одна характерная слабость – перец. Из-за аллергической реакции коварный рак-отшельник начинает неудержимо чихать. Вот так. Отлично! На решающий бой! Вперед! По-видимому, коварного рака-отшельника остановить невозможно. И кто знает, может, сейчас он украдет эту самую студию. Твоей тирании и коварству конец! Так-так, и вы искренне верите, что ваш жалкий союз сможет меня остановить? Наш совместный натиск сокрушит тебя раз и навсегда. Тебе уже никогда не скрыться, коварный рак-отшельник. Довольно! Сейчас я обрушу свою истинную мощь во всем ее коварстве. Нет. Под нашим напором тебе не устоять. Ты за это заплатишь. Ха, улитки и то лучше дерутся. Секретное оружие к бою! Да, теперь пока он занят. Нет! Как вы узнали? Апчхи! Моя единственная слабость! Апчхи! Морской злодей! А дальше что? Что ж, сражались вы хорошо, благодетели. Но теперь позвольте откланяться. Идем, грязный пузырь. И да свершится, как в старь, наш зловещий замысел. Уа-ха-ха. Да, развеем этот слащавый привкус добра. Как в старые добрые времена. Я сейчас заплачу. Кажется, все вернулось на свои места. Да. Может, подтянешь уже штаны? Всему свое время, очкарик! Всему свое время! Попался! Нет! Прошу вас! Только не забирайте меня туда! Прошу!
Сдайте меня в полицию, в тюрьму, хоть научным фантастом, но только не туда! Морской герой и очкарик в лежачий камень! Живо! Да...